Метамфетамин двухместный, значит. Впереди матрос, сзади капитан. Матрос выполняет, его задача просто гребти. Капитана задача. Значит, управлять байдаркой и руководить матросом. В байдарке важен грибок. В чем он заключается? То есть нужно максимально зайти вперед и провести байдарочку и вывести вот так вот веслом. То же самое, оно получается раз и поехал. Вот. Раз. И потом еще нужно постоянно вращать весло. Вот раз пошло раз, потом переворачиваешь и за грибочек сюда пошел. На плане. Эти все моменты мы с тобой попробуем на воде отработать. Потому что я показал, как это на берегу. Там будет гораздо интереснее. По ходу возникающие вопросы будем их решать. Охват сделаем. Раз. И приподнимаем. Раз. На байдарке в цели безопасности швартовки существуется конец швартовочный. Он находится впереди. Швартованный конец. Вот. Также имеется на байдарке вдоль борта протягиваются, значит, самые специальные шнурки для того, чтобы если, допустим, байдарка перевернулась, зажжет цепицу. Здесь ни за что не зацепишь, а здесь взял и перенести все остальное. Она идет вдоль борта. Вот она. Обратите внимание, я вот, видишь, заворачивается. Разворачиваться влево-вправо.